Добрый всем день, уважаемые друзья, подписчики, будущие подписчики канала на YouTube. Это снова я, волонтер бездомных животных города Ефремова. Твори добро, Наталья. Как я ранее говорила, на моем попечении находится в данный момент 46 собак. Вот. Это Мишань, Миш, я понимаю, что тебе очень понравился корм, но посмотри, пожалуйста, Миша. Это у меня Буч, у него умер хозяин. Это у меня Шоки, Ляля, Жуля инвалид, колясочница. Вот. Лисенок, ну это что такое? Лисенок, ну разве можно так? Вот. Там у нас Сэмушка. Вот. Очень понравился. Спасибо большое всем за помощь. Очень понравился ребятам корм наша марка. Это у нас там Рита Соня, которая привлекает к себе внимание. Вот, с Ритой Соней мы просто пошли погулять. Ну, вот сейчас временно мы ее посадили, да, посидеть. Сейчас зайка, она тоже кушает. Ой, кушать хочет тоже, Соня хочет кушать. Ну, сейчас, зайцы, ну, подождите чуть-чуть. Сейчас, мои хорошие, сейчас. Вот. Хочу вам рассказать немного о своем приюте для тех, кто вновь будет смотреть наш ролик, для тех, кто только начнет знакомиться с нашей группой. Вот. Я занимаюсь помощью бездомными животными города Ефремова уже в мае будет 7 лет. Вот. Раньше у меня был мини-приют, мы были на станции ветеринарной клиники города Ефремова. Потом мы купили небольшой частный домик, заброшенный, жулечка, вот, и теперь на моем попечении 45 собак. Хочу сказать, что я просто волонтер, который помогает именно бездомным животным. Я плюсом еще, конечно, отвечаю на все звонки граждан, спасаю. Так, жулечка, ты что? Ну зачем ты так? Что такое случилось, Джуля? Что не поделили-то, я не пойму. Корм. Корм? Ага. Жуль, ну я мам наложу сейчас всем. Ну что ты такая, а? Что ты такая жадная-то? Жаднюшка. Жаднюшка. Жуля, жаднюшка. Иди целую. Вот, ну хочу рассказать вам, что да, я занимаюсь помощью бездомным животным города Ефремова. То есть мы ездим, я непосредственно езжу, спасаю собак, стерилизуем, чипуем, вот, отпускаем на волю. Вот, таким образом спасаем их, так как заявленная программа у нас, как правило, не работает, да, вот. Но вот сейчас с ноября месяца программа запущена, мы за этим следим и надеюсь, что после всех отстрелов, произошедших в городе Ефремове в октябре месяце, вот, все-таки наш мэр поймет, что только стерилизацией, чипованием собак мы и сократим их нечисленность, потому что ну, в нашем городе их нереально много. Для нашего маленького городка народ здесь очень злой. Ну, вот. И хочу обратить ваше внимание, что я обычный волонтер. Я не работник приюта, я человек, который действительно просто любит собак, помогает им. Жуля моя спинальница. Это уже третья спинальница в нашем городе. Вот. Мы благодаря добрым людям купили ей коляску. Да, это, конечно, очень сложно, тяжко. Вот. Проживают они в домике. Хотелось бы очень, конечно, чтобы меня люди услышали. Мне бы очень хотелось купить вольер для Жули. Вот. Есть специальные вольеры для собак-инвалидов. Но, дай бог, может быть, свою мечту я уже, будучи непосредственно к осени, осуществлю. Потому что сейчас как бы еще тепло, да. Мы гуляем, выгуливаемся, прогуливаемся, вот. И как бы мне это не сложно. А осень, зима, это будет, конечно, уже все очень сложно. Вот. У нас и так уже открылся один пролежень на ножке. Вот. Ну, сейчас лечим, вот. С помощью, опять же, людей. Мы купили все необходимые средства, лекарства. Вот. Моя группа находится в Одноклассниках. Моя группа называется «Помощь бездомным животным города Ефремова. Твори добро». Вот. И также непосредственно моя группа находится ВКонтакте. Она тоже называется «Помощь бездомным животным города Ефремова. Твори добро». Вот. Ну, соорудила я Жульке пока вот такой вот диванчик. Я очень просила, да, всех, может, кто-то откликнется, может, кто-то поможет нам, вот, потому что, ну, диван ей как бы необходим. Вот это у меня такая вот небольшая пристройка к
основному домику, где у меня проживает 13 собак. Двое из них на улице. Вот. У каждого у меня свои мисочки. Сейчас я буду раскладывать еду, показывать. Ну вот. И я хочу отметить, что это Шоки. Маленькая Шоки, которую я нашла в морозной заправке. Вот. И хотелось бы отметить для вас, для всех, что мы не спонсируемся государством. Я просто обычный волонтер, который спасает, лечит, собирает собак с тяжелой жизненной ситуацией к себе в приют. Вот. И очень хочется, чтобы как можно больше людей узнало о нашем приюте и как можно больше людей начало нам помогать, потому что ну, я реально одна не справляюсь. Мне очень сложно, сложно финансово, потому что все очень подорожало. Вот. Собак немало, но питаются собаки у меня все очень хорошо. Все мои отчеты, все мои расходы, приходы вы можете увидеть в группах Одноклассников ВКонтакте. Вот. И зовут меня Наталья. Мой телефон для связи 8-902-916-10. Вот. Карта привязана к номеру телефона. Карта Сбербанка 42-76-66-00-17-47. 08-65 на имя Мария Владиславовна С. Приятного всем просмотра. Делитесь на Ютубе со своими друзьями, вот, нашими ссылками, нашими роликами. И будем благодарны любой вашей помощи.